2011, второй год реализации пятилетки нашего президента по форсированной индустриализации страны. 152 предприятия, построенные в прошлом 2010 году, уже обеспечили 2% рост экономики. С начала этого года еще 75 новых заводов и фабрик введены в строй. Появилось 9000 рабочих мест. Старт крупнейшим промышленным объектам будет дан в режиме онлайн. 5 июля в 22 часа в эфире республиканских телеканалов смотрите третий общенациональный телемост с участием главы государства. Сильный Казахстан. Построим вместе!